so lonely. You're going to die anyway. Один, который недоволен удачей. Сейчас будет близнец и ковбой. Другой же выходит в ринг первым. Поприветствуем уже второго близнеца Подольска. Которого на глазах стояли. Ну, один близнец это брат, и другой близнец, брат. Он уже подрался, да, давайте его. Сейчас вот второй близнец. Но он будет браться с братом Майданчука. Вот, я имею в виду, что это два брата, у которых два брата здесь бьются. Блин, ну что, братан, близнец? То он сейчас вообще настроен. Вот даже руками идут, они зря это делают. Там могут... Со всеми этими шутками. Да. Там могут прям накинуть. Типа, чтоб ты, вам, так, типа, дай пятюню улыбаться, знаешь, на самом деле. Поэтому зря. Вот в этом плане Федор Емельян хорошо выходил. Не отвлеченно, спокойно шел. Там не просто серый, там Алик не читал. Ты че? Там все вообще. Даже не верующий православный или другой, кто взглядов религиозных. Вот. Лучше не раскидываться. Он возвращается. А другие выходили, эти БЖЖ, борцы, вербум. Или там другие, там прям их народ, толпа, они держат плечи друг для друга, а он идет как тренинг острый, и за него держится плечами, он такой, там, такие интересные штуки. То есть они прям эту энергию передают, и это очень важно. Шиша, да, там был? Да, не обратите внимание, похоже. На телефоне я кому-то рассказывал, снимал. Каймбоец. Многорукая штука. Ковбойц. Ну, надо было тогда выйти ему в этом. Данилка с этим когда ездил, как он, Миля, прикинь в этом. Ковбой. Надо было в таком же ему прикинь выйти. Ну, странно, если честно, Серый, странно. Ковбой, блин, зачем? Что это, блин, зачем? Коровий мальчик, понимаешь, он назвал себе пастух, допустим, почему он коровий мальчик, блядь, это топ-дог, а он коровий мальчик, ну, как странно, блядь. Да, у кого корова, бой мальчик, ковбой, блядь. А впервые выйдя на родео в наш отборочный ринг, нет, справился не с по-настоящему свирепым быком, и эта победа преобразовала его полностью, ведь увидев себя на экране, он не узнал сам героя Дикого Запада, которым всегда себя чувствовал. И замотивировал, не оставил ни тени сомнения в том, что ему обязательно следует попробовать себя. Может, еще какой-нибудь этот Клинт Иствуд, так он там был. Там надо найти этого индейца, этот ковбой, какого-нибудь индейца найти. Поприветствуем ковбоя в сене! Есть такая песня этого, я забыл, как с Памелой Андерсон «Насажительство». Там он пел «Каубой тэн-тэн», там рок «тэ-д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 э
Undertaker, вот те же вот металлисты, кто они там. Бутыковская компания «Олимпэ» страхует первую спарку на 100% и возвращает до 10 тысяч рублей, а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду «Угар Олимпэ» максимум от игры. Смотрим, преобразовал прямокомпульсовый дебют на проспект, двоечка, летит вперед близнец. Хочет бить его. Без разведки, без раскачки начинается это противостояние, двойки, попытка зайти. От Николая дальше он продолжает преследовать соперника. Ой-ой-ой, сплясал еще один смотри. Да, это прям затанцевал ковбой сейчас после пропущенного удара. Он рыжий, что ли? Да. Или устоял на ногах. Повыше Николай. И как раз Павлу нужно сокращать дистанцию. Сен у него, он может покраситься под сен, чтобы невидимым стать. Знаешь, как бы разволнен, сливаться ему с этим. Ну, вот тоже просто такой волос у него синоватого цвета. Резкий есть, такой. Несколько попаданий справа, и посмотрите, вот их результат.
Нарисовал. У Павла. Блин, он там просто сломал. Он продолжает идти вперед на характере здесь снизу, но наваливает несколько жестко. Ударов подряд, Николай. Брось там, брось. Левая. О, хорошо, справа. И слева достал тоже Павел сейчас. Снова попытка зайти в кухне, опять по утра справа. Павла идет, он забирает дальше свои эпизоды. Кровь стекает по лицу, главное, чтобы глаз не заливало. Не работает джеб, Николай. Пытается бить серийными ударами, удобрять. Вам, блядь, попытка пробить двое, да, потому что готовится встречать его упали, не дает он ему. Завершить эту комбинацию раз за разом. 25 секунд до конца раунда. Вот здесь попытка подхватить движение соперника. Ой, ё-моё, там вообще езжай, там затекает, да. Там третий глаз здорово, надо джема открывать. Вот это да. Павел, великолепная атака. Все-таки вывел своего противника. Рожа так несчастливая. Ну как, напряженно счастливее, да. Павел. Вроде бы готов продолжать, а сколько там времени до конца раунда? Тихо. Даже при минимальной ставке с Олимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше. С каждым уровнем. И кэшбэк реальными деньгами для уровня VIP. Бонус клуб Олимбет. Олимбет. Максимум от игры. Неожиданную концовку мы с вами увидели. Давайте посмотрим на повторах. Сначала посмотрим, как развивался этот первый раунд. Да, был момент с хорошим попаданием у Павла, но уже во второй половине раунда Николай явно поймал свою дистанцию, стал работать более грамотно, более выверенно, как раз через переднюю руку, вызывая соперника и подготавливая жесткую атаку справа. Вот она. Снизу сбоку. Передняя, короткая оттяжка, раз, и туда же. Отличнейшая комбинация, которая увенчала раунд под номером один, и теперь... Парни выходят на второй отрезок, на вторую двухминутку, там колдуют Катманы. Колдовать надо, Павла, потому что свечка довольно серьезная. Поприветствовали. Поехали дальше. Оп. Есть попадание. Хорошо заходит в атаку Павел. Посмотрим, чем Николай найдется ответить. Несколько шагов, несколько. Поджимает, поджимает. Опять нужно передней рукой провоцировать соперника. Павел с готовностью пойдет вперед. И надо быть как раз подготовленным к тому, чтобы встречать противника. И мы видим, как внешне дистанция Николай, но Павел все равно находит, находит момент для своих точных ударов. Сейчас, насколько он сможет. Занимает центрик Николай. Вот здесь надо было, да, вот он и ноги разъехались, он затормозился, как ударил его, надо было еще раз, он же шпагат без себя. Как силы спереть надо. Снова не туда проваливаете своими ударами одиночными, пусть и жесткими, Павел, это как раз шанс для Николая. Не спешил он пока на надо в пузо высокому ковбой бить. Пойдет в пузо. Опал сейчас справа Павел. Он бы левой рукой бы смог ударить. Хорошо, он вот затылок идет сразу вперед, Николай. Обменялись. Там что-то опять на лицо. Новое повреждение на лице у Павла. Снова через переднюю ищет. Николай правый боковой дальше врывается в атаку. И пошла работа на ближней дистанции. Ну что, парни, намерены проверить друг друга на крепость. Назад по прямой отходит Павел. Не очень хорошая затея. Вот здесь какие-то клинчи пытается Павел отработать. Как хорошо, Павел, посмотри. Бам, опять в камеру. Оператор везет, в общем. Бьют его. И, похоже, подустал немного Николай от такой вспышки, от такой активности. И как раз это шанс для Павла попытаться подавить и воспользоваться этой ситуацией. Но, может быть, я и не прав, это зрительно. Да, ох ты, эпохи, так, блядь, еще вот так. Вот, не увидел это попадание от Николая, которое сбило с ног Павла. Да, совершенно неуловимым движением. И идет, заходит в атаку, там хороший, такой короткий, встречный правый, готовит каждый раз. Николай проваливается, Павел уже не в первый раз. Но было попадание в корпус. Снова размен, снова драка. Ух ты, блин, ух ты. Как шок такой, блядь. Он аж скривился, когда, блядь, сделай чуть-чуть на один, может, или на два, сколько потише. Отличный раунд, шикарный поединок. Мы с вами видим поиск, кто там мы любим, с кровищей, с падениями, с попаданиями. Да, как бы, конечно, неплохой. Хорошо будет идет. Вот, блин, он здоровый. Он пользуется габаритом. Прям рыжий, потому что рыжий. Слышен жесткий звук, непонятно, кто по кому попал. Сейчас. Бам, блядь. Навстречу коротко сработал Николай очень хорошо. Вот а это не достает до него просто. Он тогда прорывает, пробегает, успевает. Классно. Но пока он прорывается, прям вот здесь вот, ну хорошо получается. Знаешь, опять увесит. Да, сюда, то есть лево боковой. Да, да, да. Ну подсек его, этот красномандный чуть-чуть. Там зреет такая серьезная гематома под правым глазом у Николая. Третий раунд. Нам-то как половым критиком по дивану, понимаешь, все сюда видно, все сразу. Все сюда. Мы все видим, знаем. И как каждый может. Хорошо двигается на ногах, Павел.
немного раскачать, найти правильный момент для входа. Ну, работа в клинче, подхватил. Еще до турниров смотрели уже, еще когда турниров не было, понимали. Потому что парень нацелен, как разместить оппонента на ближней дистанции, это его шанс. Так хорошо, можно. Отскакивает назад Павел, мне кажется, лучше бы через сторону, да, не назад, а попытался бы закрутить. Через повторную атаку, вот здесь хорошее попадание снова. И двигается, двигается Павел, поджимает его Николай. Ух, блядь, активный удал. Ой, я башку кулак башка, бля. Накидал, смотри, ему туда. Ну да, да, да. Там только сера, такие там кости соединяются с черепа, там пробить можно. Соз, бля, там все шанка. Ага, сейчас это тоже теперь он по макушке левого, он так и все. Потому что это то место, оно мягче бывает, макушка реально она мягче, чем все другое. Потому что там кости могут двигаться, а вот лодыжник, это куда и жестче, если кости рассматривать. Ну и висок, самое так больше. Ну и запилы, блин. Короче, все, кроме лобной кости. Давай по макушке постучи ему. Бичок открыть. Передней рукой от Николая отстреливается размашисто, но вовремя вышел из своей атаки Павел. 15 секунд. Пошел. И на ближней дистанции будет ли финальная драка, не осталось завязались. Ну это же падал, да, близнец? Колени. Отличный бой, очень эмоциональный, много урона парни получили. Ну, и соответственно, не знаю. Противник. Зато они сейчас точно как близнецы будут. Там еще больше похожи. Ну да, ну, да и что то, что. В этом отношении один-один. Одинаково. Даже глаз у них левый этот, у обоих парней, мне кажется. Вот, со стороны, да, смотрим, все знаем, весело, блять, а там пиздец, как я для родителей, как несер, какие переживания, как для родителей. Ему нужно было больше времени на восстановление. Ему или там у кого дети семьи, там Влада Серега Кратцев, который приходит, вот угорает, блядь, а это вот на самом деле футбольным дурачком остаться можно. Не просто думать, что дурачок, а прям, блядь, конкретным дурачком. Хотеть улыбаться там, блядь, все время. Ну и в целом, да, вот если мы берем то самое общее впечатление, то мне в этом бою больше понравился Николай, как работал. По мне, у него было именно больше мыслей в бою, более четкий план, потому что Павел все-таки по большей части он хотел переступить через соперника. Потом уже, да, стал действовать более грамотно, на ногах отрабатывать, и стало больше получаться в тот момент. Да, под конец очень неплохая работа была именно, но чудо под конец. Благодарят парни друг друга, все вопросы решены. Ой, там у близнеца вообще жесткие прям глазки. Что там, крандец? Там вообще, там у него надувается все. Очень любопытно, каким же соперник слушаем. Мне тогда не очень нужно на левом глазнице. В этом ярком, заряженном поединке объявляется. О, нихуя себе. А тот раз тот же падал. Считали ему счет, открывали? По-моему, не отсчитывали. Нет? А тут, в принципе... Да, я вот знаешь, когда ты этим сказал, что... Вернее, я хотел сказать, что, блин, здесь, возможно, ничья. Но потом давайте я вспомнил, что тот падал, ему вроде бы считали. Либо с его близнецом братом. Перепад. Недоволен, смотрю. Чуть-чуть. Кому все недоволен? Всем привет! Не шел на выигрыш. Как бы, да. А они ему накидали там нормально. Которые сюда пришли. Именно для этого мы здесь тренируемся, стараемся, чтобы вас порадовать. А так круто, что ничья, да? Ребята, ну, вполне справедливо. Мы вас ценим. Вот, пожалуйста, хороший бой, красивый бой. Всех тех, кто помогал мне прийти к этому бою. Это моя команда. Клуб Заруба Фитнес, который предоставил мне возможность тренироваться у них. Отдельное спасибо хочу сказать Максиму Худушину, это директор этого спортзала. Всем-всем, мамочки своей, папочки, мать посмотрит. Вот. Она очень против, что я вот на такие мероприятия выезжал. Даже в этот раз я не сказал, но она как-то не знает. Всех, организацию, тебя, Даня.
шанс проявить себя, показать здесь характер свой. Вот. А, девочке своей любимой хочу передать привет. Танечка. Да, ругаться в этом. Вот, ну что? Всем спасибо! Колян, тебе спасибо! Мы как и обещали закатить руку, мы так это и сделали. Что, недовольство проявляет? Ну, он недоволен, да. Во-первых, забери подарок от лучшего букмекера Alibet. Во-вторых, это был прекрасный танец. И на вас двоих мы делим также бонус от лучшего букмекера Alibet. Коля, ты будешь за него отвечать. Также пакетик сразу доставлю. Ну, подержи. Сделаем фото. Вы сами без меня. Фото на память. Это не я спонсор, это лучший букмекер Alibet. Аплодисменты этим парням за этот красочный поединок. Спасибо. Ну, и Коль, давай поговорим немножко с тобой. Что ты хочешь сказать? Как тебе этот результат? И в принципе, твои слова после боя хочется, я думаю, услышать всем. Добрый вечер, мне кажется, камера чуть-чуть туда повернута. Как раз перепроверяют, четко смотрит в Серегу. Ребята, вы лучшие! Всего гаще. Честно сказать, неважно, какое решение. Ничья, поражение, победа. Я обещал закатить зрелищный бой для жителей Казани. Я приехал и показал это. Я на конференции сказал, что Alibet даст нам бонус за зрелищный бой. Бонус получили. Едем. Да, за базар ответили, да? Едем дальше. Огромное спасибо друг другу, что приняли меня к себе. Как же он кит с Памела Андерсен, который сожительствовал. Моему секунданту Павлу Рачкову. Кидрок, во! Ивану Панчеву тоже бьется с отморозком. Кидрок. Он сейчас тоже сегодня закатит зрелищный бой. Огромное спасибо спортивному клубу «Пирамида». С какой далекой памяти я это поднял. Его имя нахер бы оно не втерлось. Огромная благодарность. Также жаль, в этом же сале находится девушка. Кидрок есть такой. Спасибо ей большое за мотивацию, что поддерживает меня. И подталкивает столько вперед и вперед. Ты слышишь эти слова? Спасибо тебе. Также слово победу. О, ковбой, Кидрок. Я хочу посвятить. Все говорят там маме, бабе, брат. Хочу этот бой посетить своей родной сестре. Сейчас клепец антимишные времена. Родители люблю, уважаю. Огромное спасибо. Ваня, по такой теме надо. Маша, за этот бой и его команде. Я ковбой, я гангстер, едем дальше. Красавчик, Николай Бондарчук. И одно слово от парня. Константин Кондратенко тоже отдельное спасибо. Это как концовка боя. Потом, в будущем. Ну ладно, давайте. Хоть интересно тебе подраться с обидчиком своего брата. Давайте проведем. Пиздил по-моему Ландерсон и парнишку не снимал. Ага, теперь брат с Хачбаром будет, который дом брата выиграл. Красавчики, спасибо вам, парни, за такое начало турнира каждому из вас. Проводим парней нашими аплодисментами. Упростили работу матчмейкера, зарубились, сами порешали, стали лицом к лицу, и все, бой будет. Не узнал? Мы смотрим. Не слышал, я так не поединка, вот не я имел в виду. С точки зрения эмоций, да многие могут... Ковбой Бэби, вот так. Судя... Ну так и не любители этих композиций, потому что там ковбой был. 10-8 первый раунд, с учетом нокдауна и... Ну еще прилив попал, интересно, прям на повторы. Было это или нет? Да, ну судьи так решили, мы это принимаем. Да, то есть мы, соответственно, судейское решение не комментируем. Теперь не только потом долг будет переживать, что мы их смотрим. И наслаждаемся лучшими моментами. Вот сейчас снимаем видео, еще Кидрок. Действительно было на что посмотреть, было много попаданий. Хотя мы с Даданьки это будет темой такой, ремиксы делать на этой позиции. Ковбой, ну вот ковбой, песня про ковбой. Слишком поздно вспомнил Плетец о том, что он умеет двигаться на ногах, работать корпусом. Да, может быть, если бы это было чуть раньше, то, вероятно, исход был бы другим здесь. Вероятно, опять же, да? То есть были моменты, когда Николай хорошо проваливал, подхватывал движение соперника. Были моменты, когда Павел уверенно и качественно шел вперед.
примерно как сейчас, только он доставал своего противника. Отличный дебют для Николая. Да, 100%. Преобразил он свою форму, отлично выглядит. Ну и уверенно бьется. Ну и итогом этого боя, еще раз напомним, стала боевая по-настоящему. Комбоец. Эх ты, блин, тоже у него такой, смотри, под глаз там. Он вышел с мешками под глазами и вот мешок ему еще один.